Тема урока Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous. При изучении английского языка некоторые опасения, как правило, у нас вызывают времена английского глагола. Ведь в нашем родном русском языке их всего три, тогда как в английском их 12. И на первый взгляд кажется довольно сложно разобраться во всем обилии временных форм. Особенно вызывают опасения длительные и завершенные времена, которых нет в русском языке. Но мы тоже имеем различные лексические средства для выражения длительности или завершенности. Например, «я читала книгу целый день» или «я уже прочла эту книгу». В английском языке для выражения длительности или завершенности используются отдельные грамматические формы. Это времена группы continuous и perfect. Мы рассмотрим времена, которые называются завершенно длительными. Это present perfect continuous и past perfect continuous. Present perfect continuous – настоящее завершенно длительное время, обозначает действие, которое началось в прошлом и продолжается в настоящем. Образуется это время с помощью вспомогательных глаголов have, has и been. Это глагол to be в третьей форме. А к смысловому глаголу добавляется инговое окончание, как и во всех других длительных временах. Have, has, been – глагол с инговым окончанием. Например, I have been dancing for 10 years. Я занимаюсь танцами уже 10 лет. Начала в прошлом 10 лет назад и делаю это до сих пор. He has been doing his homework since 5 o'clock. Он делает уроки с 5 часов. Начал в 5 часов и делает до настоящего момента. Как и у любого другого времени, у этого времени тоже есть свои указатели. Это такие слова, как for – в течение какого времени длится действие, since – с какого момента длится действие, all day – целый день, all morning – все утро, all evening – весь вечер. Present Perfect Continuous может выполнять разные функции. Во-первых, это время используется для выражения действия, которое началось в прошлом, длилось какое-то время и продолжает совершаться в настоящем. She has been working in the garden since the morning. Она работает в саду с утра. До сих пор работает. Во-вторых, это время используется, когда есть необходимость подчеркнуть длительность действия. I have been cleaning the house all day. Я целый день убираюсь дома. We have been living here for many years. Мы живем здесь уже много лет. Также Present Perfect Continuous используется для передачи длительного действия в прошлом, которое только что закончилось и имеется, видимо, результат этого действия. Например, I'm very tired because I have been working all evening. Я очень устал, потому что работал весь вечер. You have red eyes. Have you been crying for a long time? У тебя красные глаза. Ты долго плакал? При вопросе вспомогательные глаголы have, has выносятся вперед и ставятся перед подлежащим. Have they been waiting for a long time? Они уже долго ждут. Отрицательная форма образуется по общим правилам. К вспомогательному глаголу добавляется отрицательная частица not. He hasn't been working here for a long time. Он не работает здесь долго. Past perfect continuous – это прошедшее время. Оно обозначает действие, которое началось в прошлом, длилось какое-то определенное время и уже завершилось к настоящему моменту или какому-то моменту в прошлом. Например, я занималась танцами 10 лет, но сейчас у меня нет времени делать это. I had been dancing for 10 years, but now I have no time to do it. Имеется в виду, что сейчас в настоящем действие уже не происходит. Оно было в прошлом и длилось 10 лет. Образуется past perfect continuous также при помощи вспомогательного глагола have, но в прошедшем времени – had, глагола been и смыслового глагола с инговым окончанием – had been и глагол с инговым окончанием. В past perfect continuous используются те же слова-указатели на время, как и в present perfect continuous. For –
в значение «в течение», since – с какого времени происходило действие. Момент в прошлом, до которого завершается действие в past perfect continuous, может быть выражен другим прошедшим действием в форме past simple. I had been writing my report for 2 hours when he came. Я писала доклад уже 2 часа, когда он пришел. Вопросительная и отрицательная форма past perfect continuous образуется так же, как и у любого другого времени. В вопросе вспомогательный глагол выносится вперед, ставится перед подлежащим. А в отрицательной форме к вспомогательному глаголу had добавляется отрицательная частица not. Had you been working in the garden until we came? Ты работал в саду, пока мы не пришли? I had been making cakes for a long time before my birthday. Я уже долго не пекла торты до моего дня рождения. Чаще всего past perfect continuous употребляется в косвенной речи. She said that she had been going shopping all day long. Она сказала, что целый день ходила по магазинам. Подведем итоги. Когда нам необходимо обозначить длительность настоящего или прошедшего действия, которое завершилось или еще происходит в настоящем, мы употребляем завершенно длительные времена – present perfect continuous и past perfect continuous. Образуются они при помощи вспомогательных глаголов have, has в настоящем и had в прошедшем времени. Глагол to be ставится в 3-ю форму – been, а к смысловому глаголу добавляется инговое окончание. Present perfect continuous обозначает действие, которое началось в прошлом и длится до сих пор. We have been doing judo for 5 years. Мы занимаемся дзюдо уже 5 лет. Our granny has been working in the garden since the morning. Наша бабушка работает в саду с самого утра. Past perfect continuous обозначает действие, которое началось в прошлом, какое-то время длилось, но сейчас в настоящем уже не происходит. И также употребляется в косвенной речи. I had been acting at the school theater for many years before I left school. Я много лет играл в школьном театре до того, как закончил школу. И сейчас уже не играю. He said that he had been taking his exam for 2 hours. Он сказал, что сдавал экзамен 2 часа.